Вот я делаю видео панораму, где с улицы Пушкина, которая примыкает к базарной площади, к зеленому базару. И вот видим здесь какие изменения. Вот сейчас на той стороне, где раньше была военная часть, военный гарнизон, сейчас там Шахристан рынок организованный. Как бы взамен немножко часть зеленого базара теперь там перешла. Надолго не знаю, никто не знает пока. Это вот дальше, когда улица Коммунистическая идет. А здесь вот памятник мы видим нашему дорогому Джамбулу Джабаеву. Но рынок все закрытый. Уже как, можно сказать, уже как музей стал. Там сейчас раскопки идут. Что-то там, какие-то строения там нашли. Вот здесь вот мы видим, тут клумба такая небольшая, где раньше, помните, на углу аптека была. Сейчас здесь поликлиника здесь организована. Частная поликлиника, клиника при Жасулане. Там можно за деньги подлечиться. Раньше аптека была, кто помнит. Вот такая вот, такой обзор.